К чему снится символ угла? Давайте посмотрим во сне. Угол – это всегда обострение. Это или внешнее, или внутреннее. Угол всегда считался негативным символом. Почему? Недаром в Японии избегают цифры 4. Это квадрат. Это 4 угла. Поэтому там очень негативно относятся к цифре 4. Хотя, в принципе, это не хорошая, не плохая цифра иногда бывает. Угол дома – внешний. Это внешние какие-то события, которые могут, внешние реальные события, которые могут проявиться у человека в его жизни и доставить много неприятных моментов. Например, мужчина видит, как он идет сам за угол, и в углу его догоняет жена, дает ему сухари, и он угол дома обходит этот угол дома. И у него произошли события, старые, видите, символ сухарей, жена. Значит, это какие-то события, которые у него не предусмотрены были его в жизни, потому что жена – это пришлый человек, не по роду пришел. Значит, у него эти события сформировались. У него сформировались события с его коллегой, которые у него были уже неприязненные раньше события с ним, были конфликты, и они опять возобновились по поводу работы. Внутренний сон. Если внутренний угол. Вот смотрите, внутренний угол – это всегда какие-то проблемы, которые связаны с внутренним состоянием человека. Вот женщина попереживала, беременная, очень сильно какое-то произошло у них событие, которое переживание. Она видит сон, что она забита в угол, она стоит в углу и стучит по углу и просит помощи. У женщины была беременна, у нее произошел выкидыш. У нее ребенок стучал. То есть беспокойный был ребенок. Она не обратила внимания. Перед этим тоже были нервотрепки. И у нее случился выкидыш. Это вот слон с внутренним углом. Смотрите, угол стула или стола. Надо смотреть, какой. Если стол рабочий, значит устойчивая стрессовая ситуация на работе. Если в доме стол кухонный, значит здесь могут быть скандальчики, постоянные обострения, которые связаны внутри семьи. Надо смотреть еще, что висит в углу. Если висит в углу икона, иногда бывает, что икона, если она направлена иногда на дверь, это может быть защита. Иногда бывает такое. Это на позитив как бы идет. Но если икона направлена, будем говорить, вовнутрь, то это может быть к страданиям. Хотя иногда, если она не направлена на дверь, на входную, то это может быть даже к страданиям. Каким-то страданиям можно смотреть, каким именно. Если там, если видно лицо на иконе какого-то святого, смотрите именно в какой сфере у него были страдания, с чем это связано. Или же, будем говорить, возможности, например, если какие-то возможности, вот есть святые какие-то, например, Марина Магдалена, то есть если, ну это ладно, там может быть Божья Матерь, значит, может быть какие-то проблемы материнского характера. Вот материнского характера, если Божья Матерь у вас висит там, значит, обострение между ребенком и это. Может быть, они и нужны. Может быть. Но здесь, смотрите, то есть это страдание, которое надо где-то, может быть, перенести пока. Ставить ребенка в угол. Это обострение, опять же, с ребенком. Или его, может быть, болезнь, которую уж сами же вы и спровоцировали, потому что вы поставили ребенка в угол. Если сами стоите в угле и не можете выйти из него, это может быть невозможно решить проблему внутреннего характера. Если присутствует еще и страх, что вы забились как бы в угол страха, то это к опасности. Это события связаны с очень неприятными событиями. Вот смотрите сон. Женщина видит, как она стоит в углу, напротив нее стоит мужчина-жених, она уже в свадебном платье, мужчина стоит напротив ее в костюме, и между ними по диагонали прошла женщина. А эта женщина как бы прилипла в углу, она не может выйти из этого угла, потому что она как бы прилипла в углу. Что произошло? Через какое-то время у ней должна была свадьба произойти с мужчиной, и вдруг мужчина перестал, назначили свадьбу, и он перестал к ней приходить. И она из-за гордости не стала даже спрашивать, что случилось, как случилось, а потом узнала, что он женился. То есть там, скорее всего, он увидел другую женщину. И вот смотрите, прилипла к углу. У ней очень были большие переживания. Наверняка были большие переживания. Но она не смогла
выйти из этого угла. По причине, может быть, гордости, по причине того, что ее обидели, обиды и все остальное. Ну вот, пожалуйста, вот этот сон как бы реализованный. Если паутина в углу, это запущенная ситуация, из которой сложно выбраться. То есть вы запустили уже эту ситуацию. И лежит порча на вас. Это проблема, которые никак не могут решиться. И тут связано это с порчей, может быть. Это продажа дома, невозможность продать дом, невозможность выйти замуж, болезнь, которая не может вылечиться. Ну и так далее и тому подобное. Если комната кругленькая у нас и углов нету, это вы очень гармоничный человек, который умеет уходить от ссор, от скандалов. Вот я всегда говорю, посмотрите в космос, там все кругленькое, там нету углов. Углы придумали люди сами по себе, и поэтому они сами их и создают. Поэтому все кругленько, когда кругленько, это гармония, это уход от каких-то проблем. Поэтому смотрим именно сюда, чтобы наша комната была кругленькой. Если во сне вы кому-то сдаете угол в своей комнате, будьте осторожны с новыми людьми. Возможно, в дальнейшем в вашей жизни с этим человеком появятся неприятности. А если вы сами снимаете угол, то это перемене вынужденного, перемене места жительства, ну, вынужденные и вынужденные соседи. Поэтому здесь могут события сами происходить. Если вы спрятались за угол дома, это попытки, или видите, кто-то спрятался за угол дома, и вот тут вот это попытки что-то спрятать. И вполне возможно, может быть, за каким-то обострением. Обострением, это, например, человек выдает скандальчики какие-то или ссоры. Поэтому вот здесь вот надо быть очень внимательным. Вот смотрите, сон женщины, который приснился. Она видит во сне, как ее муж выглядывает из-за угла, как бы прячется и ждет, когда она уйдет. Но в реальной жизни что появилось? Что у мужчины оказалось, что на стороне были отношения достаточно длительные. Но он сам был не готов разорвать с женой, так как он не хотел лишаться материальных совместных накоплений. Квартиры, там у них был свой дом, еще что-то, дача, машина. Он не хотел это делить. И он ждал, когда эта женщина сама уйдет от него, вызывая в это время какие-то скандалы. Поэтому вот, пожалуйста, вам реальность сна. Если вы видите угол двора или огорода, это может быть к обострению или скандалам с родственниками или соседями.